Всем привет, котята, меня зовут Лана. И знаете, в связи с наступающей Пасхой очень много ивентов с поиском яиц появляется во всех играх. Так и в школе феи принцесс русалок. Смотрите, здесь есть охота на яйцах, которая начинается где-то в лесу. Давайте сразу же туда телепортируемся и посмотрим, в чем там суть. Так, смотрите, мы должны подстрелить магическое яйцо, которое над головой врагов. То есть мы должны подстрелить яйцо с помощью лука и стрел. И в таком случае яйцо упадет. Я не успела... три яйца нам нужно. И, в общем, давайте начинать, потому что... Так, хорошо. В общем, я так поняла, что с врагов падают яйца, и мы за это потом получим какую-то награду. А почему здесь 2 минуты? Разве 2 минуты длился бой? Я вижу врага. Знаете, мне нужно как-то вот подстрелить. Я не знаю, стрелять нужно во врага или в яйцо, или сначала во врага, а потом в яйцо. Так, я уже их вижу. Почему нельзя лететь быстрее? Сейчас их кто-то застрелит, и я не получу свое яйцо, так. Давай, девочка, я ничего не имею против тебя, но я тебя застрелю, потому что мне нужна награда. Что ж такое-то? Слушайте, она, по-моему, пытается меня облететь. О боже, так, кто-то, по-моему, сбил яйцо с меня. Вы посмотрите, какой-то парень меня обогнал и продолжает в меня стрелять. Ты чего? А вот теперь он и сам попался, и кто-то сбил его яйцо. Ну, пожалуйста, кто-нибудь спасите меня, я не за этим сюда пришла. Из команды врагов осталось всего 2. Нужно, конечно, внимательнее смотреть по сторонам, но я очень давно последний раз играл. Кто там стреляет? Спасай меня, не стреляй, там не враг, она уже пристрелена. Куда она полетела? Она почему-то продолжает стрелять в уже убитую девочку. Так не надо так делать, она уже заморожена. Ну, спаси меня, эй! Спаси, пожалуйста! Вы смотрите, она просто пролетела мимо меня. Она собрала его яйцо, да, я вижу, но... Подожди, это морковка? Морковка растет. Раньше тут не было морковки. Кстати, яйца тоже везде валяются. Прикольно. Я не могу понять, она пристрелила девочку, из нее выпало яйцо, но она его не поднимает, и меня тоже не возрождает. Куда она полетела? Что происходит вообще? Итак, мы проиграли, что было ожидаемо. В принципе, ну ничего, первый блин комом, как говорится. Я очень давно не играла в эту игру, поэтому я думаю, что ничего страшного, что я не нашла эти 3 яйца, которые нужно было сейчас получить. Но мы начнем следующий матч через 15 секунд, и я надеюсь, что там у меня получится немного получше. Итак, отлично. Девочки, давайте сейчас не подведем друг друга и... Так, я уже... Кто-то уже выстрелил и уже попал. По-моему, я... Нет, я ни в кого не попала. Мне кажется, там другие девочки попали. Мы что, мы так быстро их всех... Смотрите, тут падают яйца. А, это тот парень, который... Я его застрелила. Я взяла яйцо. Я могу брать чужие яйца. Так, подождите. Победа! Нет! Я хотела долететь до яйца. Вы видели, мне не дали буквально немножко. Мы так быстро их победили, а я хотела получить яйцо за того парня, которого я пристрелила. По-моему, я, кстати, отомстила за себя в прошлый раз. Но, знаете, это уже здорово. Одно яйцо есть, осталось 2, и я получу какую-то награду. Хотя, подождите. 2 из 53. То есть и их всего можно получить 53. О, смотрите. Я, по-моему, открыла... Я поняла, это яйца не из этой игры, это 53 яйца, вы можете в целом получить... О, теперь это парень в моей команде, прости, что стреляла в тебя. Вы вообще можете получить здесь 53 яйца в Роблоксе. Я уже видела яйцо из Adopt Me, и я еще получила одно яйцо из Break In. И это здорово, мне кажется, они потом даже вам... Опа, так, нет, это наша девочка, я ее перепутала, думала, это... Ух ты, тут зайцы устраивают какие-то игры. Я думала, что мне нужно получить в этой... Так, опа, отлично, получай... А, яйцо! Мне очень нужно это яйцо. Так, и... Есть, одно яйцо получила. И мне нужно получить еще одно, пожалуйста. Так, вот там есть яйцо? Или мне кажется? По-моему, это яйцо. Простите, конечно, что вы в них стреляете. Я собираю яйца, но мне нужно получить. Есть! Я получила бейдж так быстро! Я выполнила миссию, а вот только что мне это дает. Но я еще успеваю, кстати, помогать остальным. Я пристрелила еще одну вражескую девочку. Или мальчика. Ты кто? Давайте подлетим и посмотрим, кто это вообще.
если у нас хватит вообще на это время. Да, девчонка, извини, пожалуйста, извини, но я еще яйцо твое заберу. А, вот там еще одна. И мы продолжаем стрелять. А, там кто-то спасает, спасает своих членов команды. Так, нужно быть внимательнее. Вот еще одна девочка, получай. Да я же должна была в нее выстрелить, куда она летит? Так, давайте смотреть, куда она летит. Отлично, подстрелила и тоже берем яйцо. Мне нужно было собрать всего 3, но у меня уже больше. Поэтому давайте не будем на этом останавливаться. Вы смотрите, она... Нет, это не она, это какой-то мистер. Мистер, нет, да подождите вы. Ого, сколько их там. Он пытается... Он спас ее, но был застрелен. Нет, его тоже... Да что ж такое-то? Отлично. Вроде как мы пока что справляемся, но там мне почему-то кажется... О, да, да, это победа. 300 бриллиантов, кстати, бонусом, здорово. И у меня второе место. Нет, больше всего выстрелов. А, я просто никого не спасла, поэтому второе место. Ну, здорово. А, по-моему, это шикарно. Только вот один вопрос. Почему у меня в ухе торчит стрела? Это новое украшение. Почему меня все стреляют? Эй, ребят, да это невежливо. Давайте посмотрим в инвентаре, есть ли у меня что-то, что я получила. А, так, показать все, надеюсь, я успею. А, нет! Ладно, я не успела, видимо, придется еще немножечко пострелять. Вы видели, с какого расстояния я только что выстрелила в девчонку или мальчишку? Я даже не вижу, кто это. О, нет! А, спасай меня, пожалуйста! Меня спасли, о боже, это просто прекрасно. Так, а вот тебе, Джейк, я отомщу, я тебя сейчас настреляю. Ну, по-моему, кто-то другой уже успел ему отомстить, а яйцо я все-таки заберу. Так, это все или есть еще? Мы победили так быстро. Слушайте, ну это уже очень здорово. И я думаю, что нам стоит пойти и посмотреть, что за яйца я получила. Какие, кстати, давайте посмотрим. Вот здесь написано, что у меня еще и есть замороженное яйцо из Брейк-Ина. Но если их так много во всех играх, это же будет здорово получить их. Итак, смотрите, я открыла свой инвентарь, и у меня правда есть это яйцо. О боже, это яйцо, которое было у всех над головой. Но здесь оно у меня вместо головы, серьезно? Посмотрите, давайте наденем его и посмотрим. Слушайте, да я даже с ним хочу и в игру зайти, это просто потрясающе, там даже листик сверху есть. А это яйцо за Adopt Me, смотрите, тоже довольно интересно выглядит, тоже, наверное, будет у меня вместо головы. Я, кстати, такие яйца уже видела у ребят, которые играли в другие игры. И да, это оно, но это просто потрясающе. Кстати, у меня где-то было еще ледяное, но я почему-то его не вижу. Очень странно, оно было у меня в инвентаре, но, возможно, его можно надеть только в брейк-ине, потому что я там его и получила. Но это здорово, и давайте-ка вернемся в школу феи принцессы русалок, потому что мы там еще кое-что не сделали, а именно не получили все наши бонусы за сегодняшний день. Я все-таки пытаюсь прокачать уровень, хотя это пока что у меня не слишком хорошо получается. Итак, отлично, давайте по очереди. Сначала к фонтану, потом колесо удачи, а потом нужно будет поспать у себя в комнате, потому что энергия, кстати, очень сильно потратилась. И я так понимаю, что за выигрыш в дуэли, вот этой на луках, нам тоже дают какой-то бонус в опыте. Посмотрите, это очень странно выглядит, но давайте все-таки долетим до этого фонтана, бросим сюда монетку, загадаем желание и получим свои бриллианты. Вроде каждый раз мне здесь выдают бриллианты, никогда ничего нового не было. Итак, мне, как всегда, написали целую кучу текста и дали ничего. Я что, выбрала не то? Тут, как вы знаете, иногда нужно выбирать, и, видимо, я ошиблась. Ну ладно, ничего, давайте теперь телепортируемся на землю. Там нужно получить, покрутить колесо. Я еще этого сегодня не делала. Надеюсь, что там хотя бы не выпадет что-то хорошее. Я очень на это надеюсь, потому что, ну, если нет, будет обидно. Кстати, вы помните, что раньше этот ивент с пасхальными яйцами проходил в магазинах одежды, и вы могли получить какие-то призы, когда заходили в другие игры и находили там достаточное количество яиц. Но сейчас все изменили. Они, видимо, пытаются отправить всех, чтобы они играли в эту новую битву. И это здорово, мне нравится стрелять из лука. И очень, кстати, классно выглядит. И что же я получу? Какие-то мистические уши, давайте посмотрим на них. У меня, конечно, тут яйцо, и мы особо ничего не увидим. Но я думаю, что русалчьи уши, это должно быть классно. Где они?
Вот человеческие уши. Есть океанские уши, но я получила не их. Вот они, мистические уши. Давайте наденем. Выберем, ну, какой-нибудь вот такой цвет. О, боже, они правда выпирают даже через яйцо, смотрите. Главное, потом не забыть их снять, иначе в обычном костюме они будут выглядеть немного странно. Ну, а сейчас мы телепортируемся в нашу комнату, в апартаменты. И там мы спокойненько получим свой бонус монет за компьютером, а потом немножечко отдохнем. В общем... Мне очень понравилось это яйцо, я не знаю, конечно, кто будет с ним ходить вот по собственному желанию, потому что это просто весело, и как дополнительный предмет в вашем инвентаре это выглядит хорошо, но ходить так куда-то я бы не стала. Итак, давайте-ка поспим. 29%, но я сначала, наверное, должна была посидеть за компьютером, а потом уже выспаться. Давайте пока что проснемся. По-моему, я даже что-то за это получила, а может и нет. Здесь я получаю 100 бриллиантов. Отлично, спасибо большое. А теперь уже сплю. И я думаю, что на этом как раз мы с вами и закончим. Всем большое спасибо за просмотр. Я надеюсь, что теперь вы зайдете в эту игру, кто еще этого не сделал, пройдете этот ивент и получите себе такое же потрясающее розовое пробитое стрелой яйцо на голову. Зачем, не знаю, но это весело. А на сегодня все. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. И увидимся в следующих видео. Всем пока! А вот я уже и выспалась. Отлично, мы получили... Почти весь уровень. Здорово!